Что будет, если каждый день есть мед? Вы начнете худеть, уменьшится уровень холестерина, улучшится память, сердце станет работать лучше, сон станет лучше и прекратится стресс. Странности китайцев, которые шокируют людей. В Китае деликатесом является яйцо, сваренное в моче молодых мальчиков. Каждый год в Китае регистрируется почти 1 миллион абортов, если должна родиться девочка. А также десятки тысяч младенцев девочек бросают, так как там в семье можно иметь только одного ребенка. Китайцы мусорят повсюду, кидают обертки от чипсов, бумажки, банки от напитков. Продукты, которые ты не захочешь есть после этого видео. Жвачки. Их делают из пластика и резины, просто добавляют туда ароматизаторы. Шоколады, шоколадные конфеты, особенно из супермаркета, делаются не из какао и какао-бобов, а из маргарина и других жиров. Печенье. Туда добавляют испорченное яйцо, но из-за большого количества ароматизаторов мы это не чувствуем. Интересные факты о животных. Полярные медведи могут бегать со скоростью 40 км в час. Крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть. Скорпионы могут ничего не есть 2 года, а клещи 10 лет. Язык синего кита весит до 4 тонн, как большой слон. Самые тяжелые собаки – сенбернары. Их вес может достигать 140 килограммов. Жираф может развить скорость до 50 км в час.